Героями Великой Отечественной войны. За последние дни из жизни ушли два участника Великой Отечественной, проживающих в нашем округе. 1 ноября на 97-м году жизни скончался Даниил Павлович Терентьев. Накануне не стало Антона Виссарионовича Михеева. Антон Виссарионович Михеев родился в деревне Вижес. В октябре 44-го был призван в ряды Советской армии. Служил на Дальнем Востоке. С 49-го по 51-й годы в составе части, выполнявшей важное правительственное задание, служил в Китае. За успешное выполнение задания награжден медалями за освобождение Цунцзянской провинции и за оборону Нового Шанхая. После службы Антон Виссарионович работал в аппарате Канинско-Приморского райисполкома, возглавлял комитет по физкультуре. В 1956-м был направлен в рыболовецкий колхоз «Полярная звезда» в родной Вижес. Затем был избран председателем Объединенного колхоза «Россия». До выхода на пенсию в 1985 году работал заместителем начальника Наринмарской МПО. Антона Виссарионовича всегда отличала активная жизненная позиция. Ветеран регулярно ездил на охоту в родную деревню, был постоянным гостем учебных заведений региона, во время посещения которых рассказывал подрастающему поколению о Великой Отечественной войне. 9 мая этого года ветеран участвовал в параде на Красной площади. Сегодня глава региона Игорь Кошин начал еженедельную планерку с минуты молчания. Губернаторы и администрация Ненецкого автономного округа выражают соболезнования родным и близким Антона Виссарионовича Михеева. Безумно грустно, когда уходят наши ветераны. Потому что поколение равного по стойкости духа, умению любить жизнь, я боюсь, что больше уже не будет. И нам остается только преклоняться, советоваться, учиться и самое важное – ценить то время, пока они с нами. Искренние соболезнования и прошу прощить минуты молчания.